не будет. Раз, два, три. Донейт. Ой, как мне страшно. Всем привет, друзья! С вами я, Лиджи Вонис, и со мной сегодня... Я, Николай Павлюка. Да, и сегодня, вот сам долгожданный момент, я доначу в Виншрайн 3 Gifted Gold Egg. Давайте проверим, что нам выпадет. Где они? Фух, это сейчас очень ответственный момент. Принтскрин. Так, уберу вот это, сделаю еще один принтскрин. Он поудачнее будет. Раз... Два, три. Донейт. Ой, как мне страшно. Подожди, пеньковое поле. Пеньковое поле не выпало. X7, X6 густы. X6 на кокосовое поле. Я буду на кокосовом. X7. На бамбуковое поле я сейчас проверю, мне выпадет буст на бамбуковое. Потому что бамбуковое поле это прям огонь в поле. Давай сейчас проверяем. Я хотел больше всего на пеньковое поле, потому что на пеньковом поле я уже убил улитку. Ну, давайте, Bulbury Dispenser. Бежим сюда. А, Blue Flower Field. Придется мне сейчас вязать Галлиитер. Что такое? Сейчас все филдайсы, что ли? Опа, бамбуковое поле X3, подожди. Я теперь юзаю ингредиенты. Ингредиенты. 2, 3, 4, 5. И маршмеллоу би тоже юзаю. Ё-моё. Ты бы сейчас видел, что у меня происходит. Но это пока не суть важно. Я юзаю фестивальный росток. Раз, два, три. Блин, надо было скорость подкачать мне. Рано еще было. А ты можешь Офигеть. А их, оказывается, можно мне еще и токен линками собирать, которые подбирают сразу все токены. Вот эти фестивальные бусты. И у меня уже фарм пошел. Хорошо так. Я нормально так убирал всяких вещей. И насколько у меня интересно бусты идут сейчас. Офигеть, что так много дропа? Блин, у меня уже заполнен рюкзак. Скоро 302 000 меда в секунду. Офигеть, да у тебя такого фарма, я так понимаю, никогда не было. Да. 46. Лови джелебина. Джелебина лови. Сейчас еще больше будет. У тебя есть микроконвертер? Да, я уже занул. Блин, этот мегафарм, по-моему, будет меньше, чем прошлый, или наоборот больше. Офигеть, легендарный спрут. Как нам фартит? Энэпик спрут! Что происходит? Что происходит, как ты быстро фармишь? Офигеть! Ай, еще раз запомнил рюкзак. Зафармили легендарный спрут за 3 секунды. Правда, фарм у меня меньше, чем прошлый, походу. Я могу кинуть еще. Потому что у нас пофиксили наш этот фестивальный росток. Подожди, а ты тоже мог подбирать вот эти все? Нет, у меня были только. Жалко. Офигеть, офигеть. У меня 23 миллиона медов. 31 миллиона медов в секунду. Но я еще на записи посмотрю, сколько у меня фармилось медов в секунду. Да, мне скорости не хватало, но я мог зато токен линками собирать. Ты видел
Ты видел то, что нам выпал легендарный спрут тогда? Он, правда, сразу исчез. От него осталась только память. Нет, память тоже не осталась. Поднимай мои джелебины. Оу. Йоу, фарм начинает очень большой. Вообще. О, господи. Я уже где-то 2,5 миллиарда запалил. Так. А, еще спруты мне поставить. Эпические спруты моментально уходят. О, господи, что происходит? Скорость очень-очень. Оу. Подожди, я сейчас под медведем? Да, я сейчас под медведем. Встань, он на тебе лежит. Зачем под медведем? Почему на бамбуковом поле у меня, по-моему, меньше фармится, чем на... А, хотя нет, наоборот, у меня сейчас... Я за этот буст смог зафармить 3 миллиарда, но еще буст не прошел. Только половина прошла от него. Но я уже сформил 3 миллиарда от него. Давай, я сейчас кину еще за тебя. Ага. Так, лови тоже мои джелебины. Офигенно. Правда, почему-то я смотрел видео у некоторых ютуберов, которые тоже донатили золотые яйца. Они от одного золотого яйца смогли добиться x8 бустов и x9. Не знаю, что за фигня. О, продление буста. Лол. Одна минута от него осталась. Сейчас нужно вообще люто просто. А где авто... Где мои автоджели? Можно еще завязать фестиваль? Нет, он только через 2 часа. Самый ближайший. Через 2 часа? Ну, получается, сколько идет? Не, следующий мегафарм будет уже потом. Скоро. Да, не скоро. Но я придумаю, что задонатить, и, возможно, он скоро и будет. Еще раз, все, еще 368 тысяч медов в секунду. Офигеть. У тебя сколько сейчас медов? 143 миллиона. Лови джелебины. Я уже... И ты мои лови. Да, хорошо, ловлю. О май гад, ты что, крейзи? Ё-моё. Блин, сейчас бы ещё. У меня заканчиваются вот эти бусты. Ну это не беда. У меня еще есть 20 микроконвертеров. У меня 18, а 12 тоже. Офигеть. У тебя сколько сейчас надо? Опять из-за микроконвертер. У меня уже 145 миллионов. Да блин, фотонка не хочет спавнить уже лучше. Офигеть. Но я буду фармить под конец буста Marshmallow B, как обычно, как и в прошлом у меня видео. И проверю, сколько я смогу зафармить. И тоже будет как бы вторая часть видео. Правда, я ее в монтаже присоединю как бы в одно видео. И фотонка только сейчас вообще вспомнил. Да, фотонка вообще в России просто живет она. Опять 377 тысяч медов, уже 154 миллиона. Офигеть, у меня на начало этого буста было 2 миллиарда, сейчас 8,5 миллиарда. Я лютый чувак. Ну, я, если честно, ожидал... А хотя что я ожидал? Я вообще ожидал то, что... Мне выпадет буст на Stampfield. Но там не выпало, к сожалению.
Да и сейчас, кстати, с этих Field Dice'ов мне не выпало тоже у нас там Field Boost. А у меня Field Dice'ов осталось вместо 36, у меня осталось 21. Ну, впрочем, могло выпасть. У меня 36 тоже сейчас. Ну, это со всех этих... со всех... вещей. Да. Не, обычно с квестов они стакаются так. Я надеюсь, фестивальные ростки останутся после обновления. Сколько фармит? Фармил. Слишком дропа. Только эту фотонку завязал сразу. Я это рюкзак. Ссылка на канал Никлаутер YouTube будет в описании. У меня уже 10 миллиардов. Я за этот буст смог зафармить 8 миллиардов. И это все при... И это все при помощи только одной фестивальной ростка. Да, я русский человек. I'm from Russia. У меня заканчивается буст на бамбуковое поле. Следующая часть будет ровно через наши 15 минут, но у вас пройдет несколько секунд. Подведем итоги данного видео. Я зафармил 18,5 миллиардов за эти бусты. И я рад. Всем пока. Пока.